Спилил дерево, заплати штраф. Сотрудник Краснодарского института культуры в Краснодаре срубил на территории вуза 7 деревьев. В ходе проверки выяснилось, что порубочные билеты на спил черешни, клена и алчи оформлены не были. Между тем, по закону без этого никак нельзя. А если бы деревья были признаны аварийными, то платить за них вообще не пришлось бы. Но правильно оформить документы работник поленился. По его словам, деревья были повреждены во время ледяного дождя. Но экспертиза показала, что спилили их в разное время. Теперь за уничтожение зеленых насаждений на муниципальной земле заведено уголовное дело. Виновнику грозит штраф 1 миллион рублей.